Вітаю вас, паважаныя сябры, у праграме «Дыяблог пра мову». Мяне зовут Алена Траценко, і я запрашаю вас да гутаркі пра роднае слова. У ёй, дарэчы, кожны можа браць удзел. Дастаткова толькі звярнуць увагу на адрас нашага блога ў інтэрнэце і пакінуць там свой запіс, або падчас перадачы даслаць смс-паведамленне з пытаннем, якое вас зацікавіла. Нашы госці – гэта тыя людзі, якія любяць мову, якія гавораць па-беларуску, якія шмат робяць дзеля пашырэння функцыянавання беларускай мовы, як у нас у краіне, так і ва ўсім свеце. І сёння мой суразмоўца Уладзімір Іванавіч Коваль, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Уладзімір Іванавіч, рада бачыць вас. Дзякую, дзякую. Мне таксама вельмі прыемна знаходзіцца ў нашай студыі, нашага тэлебачання і размаўляць з вамі, Алена. По-белоруску. Про мовление и текст у аспекте гендерной лингвистики хотелось бы поговорить сегодня. Однако, каб не полохать наших глядачов гэтыми незразумелыми, махчыма для их словами, и притягнуть увагу до цікавай темы, я прошу вас, Владимир Иванович, потлумачить простыми, зразумелыми словами. Ну, я думаю, что термин гендерный не такий уже и редкий, зараз он уживается, и, звычайно, мае адносіны до размежавання нашего грамадства по адзнаку пола, мужчынскі і жаночы. Але калі мы гаворым пра лінгвістыку гендерную, то маем на увазі тое, як праяўляецца ў мове і ў тэксце тыя адрозненні ў жаночай і мужчынскай псіхалогіі, якія аб'ектывна існуюць. І на самой справе, калі паглядзець на партрэт жанчыны і партрэт мужчыны праз призму, про такое парламленне моўнае, то мы бачым, што ёсць адрозненні, што пры ўсім пры тым, што мы грамадзяне адной краіны, што мы жывём у адзін і той жа час, што мы займаемся аднымі тымі справамі, мы розныя псіхалагічна. Гэтая псіхалогія, яна рэалізуецца, адлюстроўваецца ў мове. Гэта вельмі добра і давно вядома. Яшчэ адно выказванне з блогу, трэба думаць ад жанчыны, хаця ў наш час Юзеф Айцішкевіч можа назвацца і мужчына, так? Мы живем во умовах двух моуя. Мы не разумеем значение их слов. Яны наших. Мужчинская и жаночая. Вось две мовы, якія сапраўды поделяют наше громадство. Сапраўды поделяют? Это, конечно, категоричное выказывание. Таких мов жаночая и мужчинская нема. Как, допустим, нельга ставить в один такой рад жаночую и мужчинскую мову, как там, скажем, русская, белорусская, ангельская, украинская и так далее. Специалисты говорят, про асаблівасці жаночага і мужчынскага маўлення. Маўлення, не мовы, а маўлення. Гэта значыць жывога выказвання на розных узроўнях. У меншы меры на фанетычным, хаця гэта ёсць. У основном гэта лексічныя адрозненні. Уладзімір Іванович, а вельмі цікава, хто, калі і па якой прычыне стаў праводзіць вось такія лінгвістычныя даследаванні мужчынскага і жаночага маўлення? І чаму гэтая тэма так зацікавіла вас, што з'явіліся нават кніжкі? Дзе ўзнікла? Гэта ўсё ўзнікла на Захадзе. На Захадзе, як, так сказаць, у развіццё так называемай феміністкай лінгвістыкі, развіццё руху фемінізма, калі жанчыны, заходнія жанчыны сталі гаварыць пра свае правы, сталі гаварыць, што ў мове ёсць асіметрыя, што словамі мужчынскага роду называюць жанчын. Ну, вядомы прыклад словам канцлер, да, вот у Германіі канцлер, Ангела Меркель гаварыць, я не канцлер, а канцлерін. Спеціальны, ёсць, так сказаць, закон быў прынята, каб яе называлі словам жаночага роду. От па-беларуску ці па-руску сказаць вельмі цяжка. Канцлерка ці канцлерша. Па-немецку можна канцлерін. Ну, дзякуй Богу, у беларускай мове тут можна і настаўніца глянць, і журналістка, і дырэктарка нават можна сказаць. Можна, можна, да. Ну, размоўны, правда, стыль. Да, 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 да. Калі, чым статус больш, так сказаць, невысокі, тым лягчэй гэта зарабіць. Студэнтка, студэнт, нормальна, спортсмен, спортсменка, а вы сказаць, професар, професарка, ці декан, деканша, уже размоўны некі. Ну, паэтка ж кажуць. Паэтка кажуць, да. Тут ёсць эта асобная тэма. Асобная тэма, да, але ў мове ёсць асіметрія. У нас у краіне займаюцца гендернай праблематыкай на розных узроўнях і мававеды. Чаму я стаў? А ваш чаму? А чаму я стаў займацца? Ну, жартуюць там сябры і знаёмыя, што у сталым узросце зацікавіўся гэтым размежаваннем па жаночаму і мужчынскаму праяўленню ў мове.
Ну, видовочно, пришло такое с тягом часу уже некое в опыт, такая больше сталость, элементы мудрости. И на это, на все в сталом возрасте глядишь больше такими, ну, объективными, спокойными в очима и розумом, чем это было, может, в молодым возрасте. Захотелось про это сказать, поглядеть, тем больше, что то, чем я занимаюсь все життё, это вот мифология, народная духовная культура и мова в аспекте народной духовной культуры. Там вот этот гендер, то есть проявление полу у психологичного или культурного боку полу у мови выдатно и завсёды выбивает навод інший раз и явно. Просто на это традиционно ранее вогуле не звертали уваги. Потом это цікаво для студентов. Тем больше на филфаку тут студентки, в основном девчаты. Это цікаво, когда оказывается, в мове есть такое вымерение гендерное. А не только там суффиксы, префиксы, корни, там значение, походження. Оказывается, мова вот такие, має такую грань гендерную. Это вельми цікаво и не так просто, как может показаться на первый раз. Она неуловная. Это плавающий, такий плавающий параметр мовы гендерный. Зрозуміло. Владимир Иванович, до вас, як спеціаліст по гендерной лінгвістиці, звертаюся. Так які ж ми жанчыни, калі поглядеть на нас праз призму ось вивучення нашого мовлення? З пункту погляду от мови, жанчина вельми цікавая для мови. Цікавая от менавіта своєю такой, ну, нестандартностью, цікава своєю некой вибітністю, своєю некими отхиленнями от норми, непредказальностью. Вы видите, есть такой выдатный словник славянской древности, выдаденный вот учеными на начале с Микитой Ильичем Толстым, который, до речи, вельми любил нашу Гомельщину, бывал тут. И там есть артикул «женщина», и он вельми великий, этот артикул. Про женщину в аспекте народной духовной культуры ведомо вельми много. И, до речи, много негативных таких стереотипных уявлений. Про мужчину вельми мало. Мужчина не цікавы мове, потому что стереотипно лечится, что мужчина – это нечто близкое до нормы. Ну, а то, что норма обостановча, то не цікаво. Ну, есть некоторые мужчинские заганы, ведомые, так сказать, недохопы. А в остатнем мужчина не цікавы. А вот женщина вельми цікава своей загадковостью. Еще бы я сказал, своей непредказальностью, своей такой нестандартностью, не вписыванием у некие такие рамки. И тому вот вельми много и приказок, и примовок таких, інший раз, и негативного такого кшталту. Цікавое тем, что у женщин есть такие особливые гендерные проявления, значно больше, чем мужчинских проявлений. Это эмоциональность женская, те эмоциональность. Это женочая такое необходимость выказываться. И тому женочая, у мови женщин вельми много приметников, вельми много эмоциональных слов, вельми много таких словозлучений, которые, может быть, там некие и алогичные податься. Допустим, там «я была жахливо-счастливая». Вот, когда сказать так, то объективно кажут, такого не повинно быть. Або счастливая, або жахливая. А жахливо-счастливая – это слово какое-то оксюморонное, то есть одно другое выключая. Але уже ночью, в мовлении это нормально, потому что это слово обозначает высокую ступень проявления якости. Поменьшально-ласкальные формы. Поменьшально-ласкальных слов. Там, выкличники. Да. Сукеночка, кофточка, там некие штучки, говорят там и так далее. Это женочая вся лексика, але адметная. Мужчина так не скажет, там, допустим, когда женщина не ведает, что это такое, але ей подобается эта речь, она скажет, какая чудовная мусипусечка. Это мусипусечка, вогуле слово, позбавленное сенсу некого. Вот, и это женочее слово. Владимир Иванович, наступное питание было записано на видео нашим доброохотным помощником Евгеном. Давайте поглядим. Застракало меркование, что женочая болбатливость – миф. Мужчины – вось оправданные говорыны. Ти так это? Дякую за питання. Вот, конечно, можно зрозуметь вот такого рода питання, такого кшталту. На самой справе, коли говорить объективно, без эмоций всяких, то, конечно, женщины больше великие мастаки у мовленні. И ученые давно доказали, что вот центр мозгу, який отказывает за мовлення, у женщин больше развиты, чем у мужчин. Ну, наши лепшие слова интонации, говорила Марина Цветаева. Конечно. И девчинки, как известно, начинают говорить ранее, хоть хлопчики так.
І жінки більш досконалі комуніканти, як кажуть. І от коли бувають деякі такі ситуації малоприємні, коли необхідна психологічна допомога, то у якості психологічних допоможників, тих, хто оказує цю допомогу, з'являються жінки. Вони про слово, вони ліпше, більш досконало, більш докладно можуть уздійнічати. Ну, менавіта їм плачуться у камізельку, так? Да, звісно, да. А що дотичить хто, що, як говорять, звісно, є і мужчини, які можуть багато говорить, але ну, літературних героїв давайте візьмемо. Да. Глядіть, дід Шукар, так? Дядька Антось з Нової землі. Ну, хто ще? Хто ще мужчини у нас, говоруни? Ви видатні приклади привели, але це, я б сказав, такі гарлахвацькі. Яркі, ну, це різні. От дядька Антось і дід Шукар, це вельми видатні такі приклади. Це некі все-таки особні. Не кожен мужчина так може говорити. І я спеціально дослідував, мені артикули про діда Шукара є. І я спеціально підлічив навіть, скільки сторонок займають монологи діда Шукара у піднятій цілині. Там величезна кількість, не один герой, персонаж. Ну, це любимі сторонки усіх вучнів у школі. Він видатно володає досконало народною мовою, цим донецьким діалектом. Він видатно, але це відхилення, при всій балбатливості його видатна народна мова. А дядька Антось – це видатний приклад білоруса, який любить свою мову, свою родину, який не тільки, так сказати, працює і створює матеріальні коштовності, які може говорити видатно, розказувати. Це розказчик. От у мене, в моїй пам'яті, це мій дядька Федор. От коли я узнав цей образ, довідався про дядька Антося, який так само був таким мужиком справжнім і відав безліч всяких там приказок, примовок, казок, народних розказів, анекдотів. А відкуль ви, до речі, родом? Я родом, то я, ну як лічу, фізично я народився у Гродненській області, там менавіто зустрілися мої батьки. У середині 50-х годів переїхали в Брагин. І от цей Брагин, я лічу родимою моєю духовною, у всьому годі ми от з Валентиною Станіславовною Новак видали при підтримці, до речі, швейцарського представництва Білорусі от таку стіплою, але вельми хорошу книжечку «Народна духовна культура Брагінщини», де от ми собрали і показали народну духовну спадщину моєї родини, я це лічу. І от це осіроддя, от цих простих людей, великого цього роду моєго діда, у діда було 15 дітей, і я пам'ятаю, як довгими зимніми вечорами збиралися у нас у хаті от ця велика родня, тому що дід у нас жив, коли діда. І от вони сиділи, розмовляли, я на печі сидячи слухав їх от ці розмови. Я так розумію, що у житті кожного чоловіка повинен бути нехто, хто зверне увагу на пригажусть білоруської мови і зверне увагу на усю гэтую білоруськость, конечно, так? Конечно, да. Мені пощастило от на зустріч у житті таких видатних людей, які, ну, все, починаючи от дядьки Федора і моєго діда, включаючи моїх батьків і наставника, і потім викладчиків, які мене вчили в школі. Це видатний фольклорист, відомий вчений професор Павел Павлович Ахрименко, який з першого курсу мене захватив збиранням фольклору, народних пісень, поданів, казок. От, це Тамара Семеновна Янкова, загадчиця кафедри, у якої я писав свої перші роботи наукові. І вона звернула увагу на те, що от є у мові таке, ще невідоме, що чекає своїх дослідчиків, до чого треба ще докопатися. От, не треба верхоглядничати, як кажуть, треба подумати, поміркувати, до словників звернутися, до різних криниць, щоб довідатися, откуль ті корені, откуль от ті сенси скриті. Так прийшла цікавість до цієї проблеми мови і культури, до етнолінгвістики, до народної міфології, до народних уявлень. От у 95-му році така стіпла перша книжечка у мене була видадена, вона вельми дорога. Для мене це такий допоможник учебний, народне уявлення, повір'я і прикмети по східнославянській міфології. І вона була видадена в 95-му році, до речі, величезним тиражом, 5 тисяч екземпляров. Для того часу видатний такий тираж. А мені
мне вот еще интересно, я как специалист по русской филологии, ну, звертается до белорусской мовы и пишет работы на белорусской, ну, как у него все это добро отрымливается. Вы знаете, это звичайно и нормально. Для большинства русистов нашей страны это звичайно нормальное володание, параллельное володание двумя мовами. И когда полечить все мои работы, их уже довольно много, так я думаю, что... 50 на 50? Прикладно, да. Так, 50 на 50. Мне абсолютно нема никакой проблемы переходить с одной мовы на другую и выступать на конференциях, и представлять Беларусь и так далее. Я хочу сказать, что наши замежные студенты, которые учатся у нас на русском отделении, с удовольствием выучают белорусскую мову, ну, хотя бы на уровне вот такого повседневного, основного гуторкового мовления, этикетных формул и так далее. И они звертают увагу на ее вот и пригожость, и досконалые якости и так далее. Владимир Иванович, ну давайте мы звернемся все-таки до нашей темы, так? Мужчинское мовление у нас засталося поза увагой. Калі проанализовать словы, сказы, какие это частины мовы, какие это сказы, распаўсюджаные цене? Вельми профессийное питание задаете, потому что на самой справе в этом разнении, вот на разных уровнях, про что я говорил, тут есть основные такие психологичные уявления. Калі женщины больше интровертные, то есть накированы на внутренний мир, на эмоции, то мужчины больше экстравертные. Когда женщины больше эмоциональные, то мужчины больше рациональные. Когда женщины больше выкористовывают такие вот лексику эмоциональную, слова конкретные и, значит, приметники, которые здольны выражать разные эмоции, то мужчины больше выкористовывают две слова, потому что мужчины, ну, больше активность проявляют больше, чем женщины, это нормально. Вот. Хотя, знаете, стереотипы, как говорят, меняются. Зараз и женщины вот, становятся больше такими маскулинными, а мужчины, на жаль, феминными. Вот. Но в целом, конечно, мужчины больше активные, чем женщины, и больше ориентированы на деяния. Тому они больше уживают дееслова и больше абстрактной лексики уживают, больше терминов специальных. Мовление у них синтаксичное, больше складанное, может быть, с сказами, какие последовательно с развитыми, да, развитыми. А у женщин синтаксис так само развитый, але он больше представлен такими сказами с параллельным чергованием. Допустим, женщина скажет: я ведаю, что там ты такие, что я там бачила тое, что я там была там-то, что я доведалася об тым-то. То есть один головный сказ и несколько таких радкавальных параллельных сказов. Жаночий синтаксис больше таки рваный в эмоциональных отношениях, с большим таким, ну, пунктуационным знаком шматкроп'я, больше кличников, больше сказов риторичных пытаний. Вот она сама себе пытает. Еще больше пытальников, я хотела сказать. Еще больше пытальников, да-да-да. Женщина больше задает больше пытаний, потому что жаночий дискурс, жаночее вот мовление, оно больше такое ориентовано на контакт, на имкнение зразуметь собеседника. Вот. А мужчинские выказывания могут быть больше такие, я бы сказать, ориентованы на панование некоторое, на прерывание размовы. Угу. Это не вельми добро, але мужчина, когда размовляя с женщиной, то он может и перерывать. То час, когда женщина, наоборот, задает такие питания и так будуя вот диалог, как было совместное разумение и взаиморазумение. Ну, а вот. Мужчина есть моя думка, и да, неправильная. Да, вот, прикладно так. Конечно, не во всяких выпадках культурный человек так николи не будет поступать, но все-таки в основном это, на жаль, так, да. Владимир Иванович, а коли говорить про эвфемизмы у жаночим и мужчинским мовлении, эвфемизмы – это слова, которые заменяют непристойные, ну, так, непристойные, варианты. Да, но есть, звичайно, там эвфемизмы, например, там женщина в цікавом стане, там, допустим, тион, там пришел до дома на бровях, наступил на бутыльку, там, кажут, да, вот станет таким. Вот. Тут женщины майстрихи больше? Я думаю, что женщины больше майстрихи, да, и знов-таки для того, как вот мужчины, может, не зразумели про то, что яны говорят.
Вот, тому что, ну, а навошта, каб мужчины не зразумелі про то, что я не говорю. Ну, некоторые такие женочие сферы, которые дочинение, которые дочинение мают от женщины, да. Тогда вот они что такое связанное с властной женочей сферой могут выдумать. И это нормально, это звычайно. Владимир Иванович, наша постоянная глядачка Василиса Яшкина долучается до размовы. Что можно доведаться про мужчин и женщин, коли проанализовать фразеологию? Фразеологизмы, какие яны уживают в своем мавлении? Ну, фразеология – это моя, так сказать, мой конек, то, чем я занимаюсь уже на протягу многих-многих годов. Тяжко сказать, что именно такие специфичные есть фразеологизмы. Вот. Но, однако все-таки есть. Я из вашего дозволу только два приклада приведу, где проявляется эта вот женоцкость. Фразеологизмы, у каких мужчинский початок назирается, их а мать что нема. А вот жаночих, вот так, в двух косях, их, они есть. Я вот уже много год працую, каля 40, и завсёды вот такие подсмеиваюся по-хорошему над девчатами, студентами, рассказываючи им про походжение фразеологизма, перемывать косточки, те кости. Я говорю, что есть такие вот фразеологизм, перемывать кости, и вот такие некое цікавое его походжение. Ну, какое значение? Ну, она говорит, это сплетничать там. У початку его, у его коренях есть такое жаночее проявление, потому что он такие, ну, называя такие недохоп, не самый страшный, ради бога. Люди были и застанутся схильными до плеток. А вот узыходит он до такого жахливого обраду другостного похования, коли небожчика, ну, такого небеспечного небожчика, типа там ведьмы, те колдуна, які по павер'ях, і гэта павер'я живое, да речі, і зараз люди лічаць, што можа пасля пахавання вставаць і хадзіць, і шкодзіць людям, трэба неяк його нейтралізаваць. От вядомы звычай забіваць асінавы кол у магілу. Вот. Так, калі гэта не дапамагала, тады гэтага небожчыка яго адкопвалі, да, і жанчыны, менавіта жанчыны, вот гэтыя рэшткі яго, астанкі, яны яго вот ачышчалі ад плоці, перамывалі і пры гэтым абмяркоўвалі яго паводзіны і яго ўчынкі пры жыцці. Что вот ты такая-то там, ты такие-то был, ты там тому зло зарабил того. То есть и после этого лечили, уже было обешкоджение этого небеспечного небожчика, его снова закопали, але после этого, так сказать, уже он не шкодил людям. Гэты звычай, он існаваў до початку 20-го стагоддзя, як живы. Что там крыніцы говорите, допомагало? Ну, відавочна, допомагало, потому что головно верить в это. Люди верить повинны в это, обрадили между. И почему женщины? Потому что женщина, с одного боку, она такая таемничая, загадковая и такую ведьмарскую природу мая, с другого боку, она увасабляет собой нарожающий початок. Женщина – это та истота, якая дает життё. Это нараджальный початок, и она своей вот нараджальным этим початком, она нейтрализует собой вот эти вот вельми небеспечные з'явы, как вот этот ходячий покойник. Владимир Иванович, а вось вы сказали, что два фразеологизма да, жаночие. Да, другие фразеологизм меньше ведомый, он такой диалектный, але до речи он есть не только в белорусской мове, до речи в белорусской мове не в литературной мове ведомый, а в русской, в украинской, там, чешской, сербской, в немецкой и литовской он ведомый. И по-белорусски он гучит «Середа с-под пятницы видать». Это фразеологизм. Ну, я чула, ой, пробачьте, кали ласка, я чула в русском варианте «С-под пятницы суббота торчит». Вот да, такое. Да, это уже вариант, так сказать, это переасэнсаванне. Много переасэнсаванняў таких. Я не буду на гэтым спыняться. Это звычайно и нормально. Это просто говорить про то, что фразеологизм живы. Ён нас переносит до уявлення об символіцы дзён тыдня. Понеделок тяжкий, самый тяжкий день. Авторок и четвер, как мужчинские, бачите, вот как несправедливо до женщин, поскольку они имеют мужчинскую грамматичную форму, авторок и четвер счастливые, выключно счастливые дни. Я ведаю, что в эти дни вельми добро резать капусту. Да, все можно робить. А вот середа и пятница, особливо пятница, не счастливый день, особливо пятница. И когда поравновывать середу и пятницу, то пятница в народных уявлениях значно больше нагруженная, так сказать, негативными уявлениями. То и нельга, это нельга, особливо для женщин. То есть женщины, когда их выховывали дитячий год, им их лепили, так сказать, их выховывали, говорили, что
будет пятница, так вот запомни, что вот это можно, это нельзя. А середа так само постный день, але не такие строгие, как пятница. То есть середа не повинна быть больше пятницы. Але коли вот до этого фразеологизма звертаться, коли говорят середа с-под пятницы, видать. Ну, коли опрануся неправильно. Да, коли женщина ведьми так нехайно опранута, и нижняя вопротка видна с-под верхней, тогда одна женщина там себровка, родичка говорит одной так тихенько, у тебя середа с-под пятницы, видать, треба поправить вопротку. И один день иерархия існувала, и один день не повинен быть больше другого. Вот это звичайно и нормально. Дякую вам великий, Владимир Иванович. Усім нам, мужчинам и женщинам, порозуміння, а вам поспіхов, натхнення і цікавих тем. Дякую, дякую вам. Усім глядачам я хочу нагадати, що гостем студії «Діаблог про мову» сьогодні був Владимир Іванович Коваль, доктор філологічних наук, професор, загадчик кафедри руського, агульного і славянського мовознавства Гомельського державного університету імені Франциска Скорини. Я дякую нашим глядачам за активную життєву позицію. Пишіть у наш блог, досилайте смс-повідомлення під час передачі. Усього вам найліпшого і до зустрічі. З вами була Алена Троценко, «Діаблог про мову».